Следующая песня называется... Thank you.
добрый вечер. Рады всех вас видеть в нашем удивительном зеленом кабачке. Ну что, начнем концерт? Начнем. В конце концов. Поехали. Да. Да, вы в курсе, наверное, куда вы пришли? На чей концерт? Сегодня всегда Батфорд Парк. Один раз только мало.
Yeah.
вами квартет «Аудио Грибы». Саша, где твое? Сейчас мы вам расскажем, как мы все делаем, потому что очень часто возникает у людей недоумение, более того, некоторые даже такое раздражение по поводу того, что мы играем... Совершенно верно, Димочка. По поводу того, что мы либо играем под фанеру, либо мы делаем плейбэк. Либо над фанерой. Либо над фанерой, либо мы около фанеры. Либо над Парижем мы летим. И над фанижем. Бывает. Над фанижем мы часто пролетаем. Фанижем чуть-чуть у меня здесь в этих в мониторах. Фанижем чуть-чуть мне поменьше можно сделать. Вот, сейчас вам Боря расскажет. Это я. И покажет, собственно говоря, что он все за нас делает. Что мы все. На самом деле здесь почти все собрались. Те, кого мы знаем, поэтому, в принципе, ничего никому объяснять не надо. Но тем, кто смотрит, вот там, смотрите вы сейчас? Смотрите, вот и смотрите. Я не про вас, а тех, кто смотрит сейчас нас по интернету. Висит камера. Мы сейчас что-нибудь покажем, как мы это делаем. Вот потому что Коля на самом деле не врал. Все это происходит в живом времени, все это записывается прямо у вас здесь. Происходит в живом времени, все это записывается прямо у вас. Это происходит в живом времени, все это записывается прямо у вас. Это происходит в живом времени, все это записывается прямо у вас. Это происходит в живом времени, все это записывается прямо у вас. Это происходит в живом времени, все это записывается прямо у вас. Это происходит в живом времени, все это записывается прямо у вас. Следующую играть, да. У нас наступает глубокая задумчивость, которая иногда передается в зал тоже, периодически. И тогда потом разбудить людей бывает очень трудно после этого. Кинокомпания Universal Pictures. В большой семье. Вы даже не представляете, что она представляет. Еще. Человек Дилей. Александр Радовский и Димка Толпеков. Несовершеннолетние.
she was just 17. You know what I mean? That before to love, I fell in love with her. Before, 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 before
окончание композиции, поэтому это всегда сюрприз не только для вас. Ну и для Саши Радовского. Самый главный сюрприз для него сегодня. Димке просто он... Он вам позже покажет, что такое тромбон. Что такое? А так можешь, Дим? В следующий раз покажем. Как не нравилось.
All of us in heaven.
Спасибо. Очень хулиганская команда, скажем, вот эти ребята, которые рядом со мной, по правую, по левую, ужас. Которые кричат, конечно, я же вам говорю. Вот когда они особенно одной рукой, а в другую бить начинают, это вообще просто. Amen.
А сейчас Дмитрий Толпеков и Александр Радовский покажут вам маленькую сказку. Сейчас. Сейчас. Саша, сейчас. А, ты должен отдохнуть. Хорошо, тогда так. Мне понравилось. Мне тоже. Тебе понравилось? Все, Радовскому понравилось, это значит зарплату получим. Хорошо, ладно. Раз всем понравилось, тогда вот вам прямая бочка.
mistake, I've been watching you. Every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you. У Козлова.
Дмитрий Толпеков. Трамбон. Дмитрий Толпеков, трамбон. Концерт на стуле, а потом...
Сашки Радовского. Не знаю. Мне так захотелось, чтобы ты ее написал. Да? Да. Давай. Снова у нас прямая бочка, друзья мои, так что внимание. Прямая трансляция из бочки. Thank you.
написал эту песню, но... Александр Родовский! Так вот ты какой, дедушка Ленин. Пошли заказы, классно. Обожаю. Это чек. Андрюха, конечно, могу, чем базар вообще. Сегодня у моего друга, друга моего детства, школьного моего друга Андрюхи, у жены, не сегодня, вернее, 10 июля был день рождения. Андрюш, поздравляю ее с Новым годом, желаю ей счастья, долгих лет тебе с ней, и чтобы у вас никогда не кончалось чувство юмора.
играли, плясали, а также придумывали разные истории. Группа аудиогриппы, Дмитрий Колпеков, тромбон. Комбинация, которую можно только придумывать, а также этот великолепный голос Борис Голик. Гитара, бас-гитара, сочинитель песни Майкла Джексона Александр Родовский. Еще отличный танец, между прочим, команда. Ну и, конечно же, наш незаменимый двигатель прогресса, главный грибник Николай Масальский. Начинается у нас все с прямой бочки, да? Вы помните, да, что потом делать надо после этого? Да. Локтями, коленями и всеми остальными суставами. Это уже было. Хорошие аккорды. Мне нравится. Давайте тональный музыку поем. И получается. Друзья, все 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 друзья
filled with grace. He's smiling me a little, it is the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Аудиогрибы.